Новые возможности российского истребителя МиГ-29 покорили авиационных экспертов всего мира. Одна из причин – вот это видео. Самолет взлетел вертикально и с очень короткого расстояния. Происходит все, кстати, на крупнейшем в мире военном авиашоу Royal International Air Tattoo в Великобритании. Любительский ролик мгновенно стал хитом интернета, а взлет истребителя показали все ведущие западные СМИ. МиГ-29 – многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначен для борьбы с авиацией противника и прикрытия войск. Кроме уничтожения воздушных целей на средних и малых дистанциях, он может также поражать подвижные и неподвижные.